Великобритании бастуют против выхода королевства из состава ЕС. Так называемый «Марш за Европу» прошел сразу в нескольких городах – Лондоне, Эдинбурге, Оксфорде, Кембридже и Бирмингеме. Демонстранты призывали правительство отложить запуск официального процесса Брекзита, а также сохранить тесные экономические и культурные связи с Европейским Союзом. Ранее петицию о проведении повторного референдума по выходу из ЕС подписали более 4 миллионов британцев. Однако премьер-министр королевства Тереза Мэй неоднократно заявляла, что повторного плебисцита не будет.